От планов строительства СИЗО в центре Инкермана отказались. Для учреждения временного содержания задержанных и подсудимых подыщут другое место. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев на открытии отделения полиции на северной стороне. Вот мы приняли решение, что посреди Инкермана этого учреждения не будет. Он там строиться не будет. Мы сейчас Паланчем определяем площадку в промзоне, вдалеке от людей, от жилой застройки, чтобы эту тоже необходимую на самом деле для нашего города функцию обеспечивать, но не в ущерб нормальному самоощущению. Вместо следственного изолятора в Инкермане построят здание районного отдела полиции. Однозначно негоже делать изолятор временного содержания в центре города, когда есть возможность и финансирование со стороны МВД заложить его в той части города, где население менее плотное, вернее его вообще нет.